среду в Самарской области переменная облачность. Местами осадки. Плюс 20 днем, ночью 12 выше нуля. Ветер северный 4 метра в секунду. В Сызрани облачно, дождь. В дневное время плюс 18, ночью плюс 12. Ветер северный 3,7 метра в секунду. В Тольятти переменная облачность, дождь. Днем плюс 19, ночью 13 с плюсом. Северо-западный ветер 2,5 метров в секунду. В Самаре переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 21, ночью 12 с плюсом. Ветер южный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Температура воды в реке Волга плюс 22 градуса. Геомагнитная обстановка, небольшие возмущения.